Лето с пользой. Во время каникул в библиотеке Пушкина проходит множество детских познавательных мероприятий. Ребята читают вслух, занимаются творчеством, играют с библиотекарями, проходят квесты, а еще знакомятся с литературными и художественными шедеврами. Все лето до 1 сентября, каждый вторник, среду и четверг в 14:00 жители нашего города от мала до велика могут приходить на наши мероприятия. Ну а по четвергам в 14:00 одна из самых популярных у наших читателей программ – это творчество с книгой, когда мы что-то читаем с ребятами и обязательно мастерим на эту тему. На мероприятии «Живописные истории. Прогулка по Третьяковке» ребята попробовали себя в роли музейных хранителей. Дети познакомились с самыми известными русскими картинами – «Богатыри», «Утро в сосновом лесу», «Московский дворик», «Опять двойка». Вместе с библиотекарями школьники обсуждали характер героев, придумывали продолжение сюжета произведения, заполняли паспорта. Автор картины – Василий Поленов. Название – «Московский дворик». Год написания – 1878. Где находится Третьяковская галерея, город Москва. Во время прогулки по Третьяковской галерее ребята знакомились с профессией актера. Им предстояло войти в образ персонажей картины, передать их настроение. Ребята надолго запомнят, как они примеряли костюмы животных, репетировали сценку. Школьники погружаются в мир искусства гораздо лучше, если они участвуют в творческом процессе. Картина называлась «Опять двойка». Там двоечник советский пришел домой и с рюкзаком советским, и на него облокотилась собака радостная, а его сестра чуточку разозлилась, потому что она пионер, хорошо училась, а мама сидела на стуле и грустила. Прогулка по Третьяковской галерее завершилась выступлением всех команд. Хранители музеев оживили картины, постарались передать сюжет, изобразить эмоции героев. Пушкинка устроила детям настоящий творческий праздник. Информацию о мероприятиях и фотоотчеты всегда можно найти в сообществе библиотеки во ВКонтакте. Совсем скоро начнутся мастер-классы по написанию китайских иероглифов. Следите за новостями, чтобы летние каникулы для ваших детей прошли интересно и познавательно. Мероприятие без возрастных ограничений. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.